Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Шустрила, Джек Шепард и Артур, который единственный называет себя по имени, ввиду неуважения к остальным, как сказали в комментариях. Поняли? Мы находимся где-то около Вышного, или даже скорее около Старого Собора. Так, ты убери свой топор от меня. Когда-нибудь, а то... Как ты меня назвал? Короче, всем привет. Да, как бы там ни было. Сейчас мы идем в Старый Собор, потому что пока мы шли искать Шустрилу, то есть навстречу, там какой-то снайпер просто садил по-бешеному. И мы решили, что маньяк с топором на одну серию вернется, так сказать. Человеку просто ДМР охота. Я очень хочу ДМР, и... так как Барретт я свой. Я просто понимаю, что он там садил, там у него паника была, похоже. Есть такое у многих начинающих игроков. Давайте ведите, господа, потому что я ж без компаса, без карт. Ну, к этому лесочку, по полю прямо. А там дальше уже и Старый Собор будет. Великолепно. А мы зайдем со стороны... какой? Мы зайдем со стороны, с которой ты любишь залегать, то есть на горочке. Это плохо, надо бы с другой стороны заходить. Где мы тогда втроем были? Такой топот, как будто табун лошадей бежит. И я самый уставший, как обычно, меня все обгоняют. Да. А я в 9 раз забежал. А я маньяк с топором, я вообще быстрый. Здесь фора. Бывает. У меня пулемет, интересно. То, что пулемет сказывается, нет? На темпе бега. Это же реалистичная игра, поэтому здесь такое не сказывает. Да, это же реалистичная игра, поэтому у меня топор, он несет как инвалид какой-то. Ага, ну ладно. Кстати говоря, сказали, что вроде будут новые виды оружия ближнего боя. Ну и слава богу, то я хочу катану какой-нибудь. Я хочу нунчаки. Самурай. Нунчаки, да, тоже круто. Я перочинный ножик, чтобы с 10 ударов убивал зомби. И каску с фонариком, чтобы можно было бегать и светить. Так, ну ребята, у нас как-то сегодня пока что главная цель в Старом Соборе найти того, кто там бедокурил, но он сейчас не шумит уже. Как, вообще у нас, мы же должны еще рассказать наше намерение, мы хотим найти лодку и сплавать на остров Скалистый, так как многие да, там не многие были. Да, говорят, что тут найдите, мол, вертолет, сейчас тут вертолетов нет, то есть если вы увидите вертолет, то он на 4. Либо он остался из старых запасов. Ой, а тут справа вышечка зомби. Ну ладно. Да, мы ее уже проходили, там ничего нет. Это хорошо. Короче говоря, вертолет либо из старых запасов, как-то они умудрились сохранить. Да нет, никак, спаун вертолетов убран. Даже если он из старых запасов, когда сервер приходит на новую версию, вертолеты пропадают. А, типа вайп, да? Да, спауна нет у них. Ну, вчера летал вертолет на каком-то сервере. Ну вот, видишь, это значит что? Значит, что скоро обладатель аккаунта с вертолетом, да, будет дома играть в сапера. Так, ну обладатель что? Аккаунта с вертолетом будет забанен. Да, о, я уже вижу эту супергору. Да, вот мы уже отсюда слышали его выстрел, канонада. Бинокль у кого-нибудь есть? Да, есть. Может быть, сразу правее возьмем? Зачем? И мы будем справа подходить. Я буду слева к нему лежать. Слева по-любому нужно подходить. С поля вот. Это, по-моему, как-то достаточно самоубийственно даже для тебя, Джек Шепард. Ну, я и говорю, что как бы вон там по лесочку. Ну, если что, я вообще не выживаю. Такой сегодня сонный. Я сегодня уставший, да, я буду лажать. Поэтому вы видите. У Артура 4. Впрочем, как всегда, Джек, не стоит. Да-да-да. У Артура сколько у тебя там? 800 патронов, да? Ну да. У меня 4 коробки по 200 патронов. Так может мы просто сейчас останемся здесь, и ты зальешь Старый Собор, и мы потом пойдем. Да, знаешь, такая 30-минутная серия ускорения. Ты что, мне жалко. Зато прикинь, как там весело будет в Старом Соборе. Нет, я просто залягу на твою позицию, где ты обычно лежишь. И если что начнется, то я начну подавлять просто, чтобы у него паника была. Всю гору. Да. Разом. Ко мне побежит, короче, куча зомби, но я думаю, всех их постригу. Да. В итоге мы опять забудем, кто где находится, и у нас уже с расстрела паника начнется. Что кто-то стреляет по нам. Вообще, у меня сейчас с собой всего 200 патронов. Всего 200. Остальное в рюкзаке. Панты. Мне надо будет как-то этот... Менять ленту? Да. Менять ленту. Я буду у тебя из рюкзака доставать патроны. Анки пулеметчицы выше. Буду тебе подавать снаряды. Неоднократно уже, кстати, в комментариях написали, что твой бизон, он мелкашка вообще. Поэтому, да, если ты в кого-то патрон... стреляешь, то патронов не жалей. Сади все, пока шевеления не прекратятся. Потому что там выстрел. Но он у меня бежит. Чисто против зомби и все. Чтобы бесшумно. Грубо говоря, этот бизон с попадания в руку снимает всего лишь 100 крови. Ну, это уже методом усиления. Мы стреляли с Макарова такими же пулями друг по другу. И там вон как. Это вы так проверяете, да?
сообщество анонимных мазохистов. Выстрели в меня, я хочу знать, сколько из Макарова будет урон по мне. Стреляй в меня полностью. Хочу, чтобы ты стрелял по мне. Кстати говоря, нам чуть-чуть направо вернуть, по-моему, нужно. Да. Нет, это мы он тогда увидит, если мы завернем направо. Это вам, может быть, надо немножко завернуть да, направо. Да, вот я как раз Джеку Шепарду и говорю. Пойдем. Ну все, операция. Как мы ее назовем? Мы назовем ее операция... Операция... Кемпер в Старом Соборе, да. Ну ладно. У меня название было более плохим. Ну давай, называю. Операция. Кастрация. О, стреляет. Все еще стреляет? Я слышал выстрел только что. Оттуда до стой крыши? Да, вдалеке. Короче, операция Пламер Кемпер. Так, вот и он, да? А нет, подожди, это не он. А куда мы вышли вообще, Джек Шепард? Мы сильно отклонились. Ну, вон она, эта гора справа, я ее вижу. Мы со слепой точки просто заходим, куда он не должен смотреть, по хорошему счету. Джек Шепард, куда ты меня завел? Меня спрашиваешь, куда я тебя завел? 70-50 лет вообще, где? Ну ладно, пойдем за мной. Ну, я уже пошел его атаковать. Мы зашли со стороны кабанина вообще. А, это может шустрило? Я с топором да, разбил. Да. Мы вообще со стороны кабанина пришли. Походу. Я не уверен. Так, а, ну... чертовы зомби. Я, блин... А, ну вон же она, офигеть, как далеко. Ничего так мы кругаля сделали. Так, ну нам тоже зомби примерно... Этим пошел, да. За мной? Нет, за шустрелой. За мной зомби дойдет. Джек, айда-ка в лес полосу, а? Что-то мы по полю бегаем, это на Старом Соборе не самая лучшая идея, особенно учитывая, что он... Короче, шустрел, он лежал около сортира. Я понял тебя. Так, Джек. Я сейчас спрячусь, да. Я слева тебя. Ну, там у тебя лес полоса прекращается. Что дальше будешь делать? Я пока посмотрю. Посмотрю пока. Я люблю смотреть на бегущего шустрилу. Это просто это воодушевляет к тому, чтобы бежать и убивать людей. А он там как, этот кусок спрятался? Больше не стреляет? Ну, не слышно никого, да? Но там кто-то был, где-то минут 10 назад, как минимум. Так, ладно. Грёбаный кусок мяса он у меня получит! Сейчас, по-моему, кто-то пулю получит за свой голос. Нет, это все совсем иначе. Так, Джек Шепард, иди ко мне. Пока что этот маньячина с топором туда побег. Иду. Мне вот одно только интересно, он там где-то в кустике сидит, или в толк... Вы говорили, вы видели его. Опять горло сорвешь. Ну, что поделать? Под конец серии. Мне кажется, я должен заканчивать. Не, ладно. Короче, он прямо около сортира где-то там был. В кустиках лежал и садилась ДМР. Белый свет, как в копеечку. Белый свет, серый лед. Она жует свой лорд без сахара. Так. На берегу очень тихо реки. Стрела, ты где? Я нервничаю. Привет. Нервничаешь? Я поднимаюсь на эту гору. Я думал, у тебя нет нервов уже. Следи за собой. Ну, когда я с топором иду на снайпера с ДМРом, я немножко переживаю, положено. Так, чё, Джек? Ты видишь движение где-нибудь вообще? Мы минимально. Сейчас пробегаем вперед. Вон я вижу, что стрела как бежит. Я не вижу. В деревья забежал. Коих там очень мало. Короче говоря, мы сейчас вот в эту лесополосу бежим, Джек Шепард, там залегаем и пасем. Угу. Лягай. Лягать? Ну, погнали. Лягай. С Богом. Блин, подожди. Тихо. Я тоже что-то, у меня вот прям внутри какой-то сигнал был, что остановиться. Нет, у меня сигнал самый простой, животные позывы, мне нужно попить и поесть. Потому что если это будет во время боя, то может все не вовремя это произойти. Все может быть. Так, у меня тоже есть попить, но нет, поесть. Так, а теперь что там твои сигналы говорят внутренние? Твоя попа ничего не чувствует? И моя нет. Все, погнали тогда. Давай ты, я за тобой метров через 10. Давай. Шустрила, как дела? Я на горке. Ничего, друзей нашел? Пока нет, никто не хочет со мной дружить. Forever Alone, значит, у нас сегодня. Да, такое.
Ну, выстрелы были, когда мы подходили, поэтому он где-то здесь должен быть. Я один выстрел слышал. Да, один, но он был. А до этого он там прям уж просто высаживал. Я вообще не представлял, что так быстро можно из ДМР стрелять. Слушай, а может там два ДМР было? Думаешь? Просто слишком быстро. Думаешь, два таких дурака нашлось, которые рядом лежат с ДМР? Нет, там один был по-любому. Это просто непередаваемая тупость садить так по-бешеному. Но он произвел выстрел в 30, наверное, где-то за 2 минуты. Демон. Как-то так, да, и было. Просто вот шарашил. Было ощущение... Кто не хочет стать приманкой? Желания такого нет, по-моему, у нас. Так, я, конечно, не очень так умно. Так не вставай, да. Остановился в поле перед старым. Так, вот тут у заборчика заседаем. Мы, короче, у западного подхода к собору. А нам, по идее, вон туда в горку нужно пойти, где шустрел лежит обычно. Или будем входить... Не, давай не лучше будем. Входить не будем, а вот так, справа обойдем. Так, вот прудик я этот вижу. Мы около прудика, короче, шустрел. Ага. Так, Джек Шепард, пойдем. Старт дороги где-то. На горочку. Давай, по очереди, как всегда. Будь аккуратен, он может и там сидеть, мог перебежать. Так, мне нужно чуть-чуть туда углубиться в поле и из поля зайти, чтобы не светиться. Ну, в принципе, мы уже светимся, так что... Блин, ну, грубо говоря, я тут уже каждый куст обошел. Он ушел, может, просто? Да сейчас, такие обычно не уходят. Ночь. Вот, может быть, он все-таки осознал, что стрелять вот так по 30 выстрелов в 2 минуты высаживать в старом соборе это опасно. Просто мы, возможно, спугнули его, когда написали в Direct Communication, что Ламер Кемпер, вы see you. Да-да-да. Может, он такой, ай, блядь, бежим. Да. Меня. Все, сейчас я уверен, в комментарии к видео Артура будет 100 комментариев, где Артур сказал слово на букву Б и тайм-код. И лайки. Смотрите старые мои серии по амнезии. Много чудных открытий. Много слов на букву Б. Да. Так, я возьму биноклик. Ну, а тут куча кустов, и в каждом из них может быть он, но... Мы, короче, на позиции твоей. Я понял вас. Меня вы не видите, кстати, я там в кустах. Я сейчас палаточный лагерь осматриваю. Мне видать его полностью. Ну, с наружной стороны, поэтому там может кто бегать. Но вроде как не должен. А вот там дерево мое любимое, под которым я пасу палаточный лагерь, вы его не видите сейчас? Так мы примерно на нем и находимся. Ты где находишься? Так, шустрел напрягся. Возможно, он там что-то заметил. Нет, пока тишина. Ты где находишься? На сортире я. А вон, я, по-моему, тебя вижу. Я там ползу. А, нет, это Петрович. Петрович, кстати, я его сейчас, наверное, зарублю, потому что он мешает. Или не буду. Так, ну на горке просматриваю, вроде никого нет. На горке я тоже никого не увидел. Вот это корень или человек? Нет, это корень. Ну, лучше проверить дважды, конечно. Так, в палатках движухи никакой. Но, опять же, я смотрю на них со стороны командирских двух тентов. Да, дальний-то не видно. Так, я, вот это я вот ползу. Что такое в красном доме? Это не рука чья-то? Интересно. На первом этаже в окне я вижу что-то непонятное. Ну-ка, там что-то темное, да? Светлое. Ну вот взял бинокль, ничего не вижу. Кроме разбитого стекла. Красное здание в центре. Да-да-да, ничего не вижу. Ну, блин, может, кажется. Отдаляю и приближаю, кажется, что ребята, там как вы смотрите на то, чтобы я был приманкой? Я сейчас забегаю в это красное здание, начинаю шуметь. Мне кажется, ты рядом с красным зданием, вот видишь, три зомби резнулось. Они вообще в городе начинают резаться, когда в городе кто-то есть. О, Картур, тогда такое дело. Мне нужно, чтобы он сделал хотя бы один выстрел. Один выстрел, все, дальше там как-нибудь, я не знаю, живи. Ну, короче говоря, мне часто говорят, что умираю, это потому что я парень рисковый, все время на себя беру. Короче, Джек Шепард, приготовься просто засекать по звуку. Может быть, мне сейчас сложить на землю бизон, взять эмку. Кстати, да. И с ней повоевать. Не складывай на землю, сложи ко мне в рюкзак. Хотя нет, меня сейчас убьют. Ну, я возьму потом обратно к себе рюкзак. Поэтому давай, пока. А у тебя 8 человек не влезет.
Так, я сейчас, кстати говоря, этот переложу себе пару коробов с патронами. Давай. 10 чек занимает. Чёрт, как же мне не хватает сейчас бинокля, вот честно вам скажу. Так, закинул. Вот у нас есть бинокля, надо было тебе дать один. И два магазина пропало, по-моему. Так. Блин, что-то у меня потихоньку кровь из носа потекла. Ну, это странно. Ты даешь. Так, ну все прошло уже. Да, блин, я говорю, у меня сегодня здоровье подорванное после вчерашнего. Так, ладно, вы готовы? Все, я взял М-ку. Я готов. Я выступаю, я пошел. Фул патрона не оставлю, давай. Лягуха на одного уже наагрил на себя. Да. Я забегаю, короче, в красный дом, который находится в центре. За магазином, да, если отсюда смотреть? Он между ним за и церковью находится дом. Большое белое здание. Да-да-да, и вот за ним красное. Принял. Так. Интересно, кстати, в магазине кто-нибудь есть? Нет. Ты в магазин заходишь? Нет, я не захожу прям внутрь, потому что там кто-то может пасти. Нет. Я вижу тебя, я бы тебя подстрелил, наверное. Я бы сам себя подстрелил. Я сейчас свечусь, как новогодняя елка. Это да. Так, все, сейчас я начинаю стрелять и уже смотрю, типа, реакции там, что происходить будет. Угу. Так, палю. Слышно шикарно такой. Оу. Угу. Так, основные преследователи, все готовы? Больше никто не бежит с моей стороны, если посмотреть, зомби. В окна больше никто не палится. Вроде тихо. Слишком так. Тихо. Сейчас, кстати говоря, меня могут пасти в окна. Но поэтому вроде ниоткуда стен. Просто. Ниоткуда меня сейчас палить. Артур, пальни еще пару раз. Это что-то там. Угу. Так, пришел. Селюки, блин. Отлично. Так, ладно, я захожу в комнату внутреннюю, где мне казалось, что что-то было, но это просто был краешек стола. Так, тут я залез в угол. Нет, тут я палюсь. Короче, тут патроны на Ли Энфилд, на 45-й калибр. Здесь лежит двустволка, дрова. Никого не видать? Нет. Вообще ноль, он либо сянем, либо он слишком дурной, либо он слишком четкий. Либо он ушел. Как меня вымораживает вот эта вот тема, то что... Блин, меня спалили. Джекшеп, давай ко мне иду тогда. Давай, потому что мне здесь отстреливаться от него, это было бы тупо. Сейчас я сниму людей и побегу тогда к коровнику, там его бы еще. Нет, он может быть в красном здании. Был бы у меня бинокль, я бы сказал точно. На втором красном здании, которое около коровника? Которое красный завод. А, ржавчина, что ли? Да. Так, ну сейчас я тогда пойду во второе красное здание. Блин, тут полно зданий, в которых он может быть. А, магазин, два афроамериканских. Не, вот там никого нету. Вот там, где ты говоришь афроамериканский магазин, эти места вообще даже не рассматривай. Как... Так, ну ладно, Джек Шепард, ты далеко? Я уже пришел. Я тут, короче, на лестнице на подъеме. Сейчас забегать буду. Я внутри. Так, тихо, я спускаюсь. С тебя течет? Да, но кровь не убавляется. Так, нормально. Как же меня оставляют мои пулеметы? Так, вы как, пока их отвлекли, сейчас я сделаю план-перехват. Я сейчас вот с этой горки, которая... Так, с толчком. Не светитесь пока. С горки, которая с толчком, я сейчас зайду на горку, которая там, где вот прям напротив палаточного. Поняли? Угу. Я косой. Опа. А, это ты стреляешь, да? Это, да, у меня тоже так щелкнуло, что я испугался. Убил. Это кто был? Я сейчас пистолета. Нет, вдалеке кто-то стрелял. Нет, это вдалеке не было выстрела. Не, я не слышал. У кого-то хорошие наушники, я не понял. У тебя? У меня наушники в ремонте, меня простительно. С Нового Собора был выстрел, по-моему. Не, мы бы не услышали. Артур услышит, поверь мне. Что-то было, по-моему. Из меня ну, кровь короче, бьется. Лучше, да не волнуйся. Лучше перебздеть, чем недобздеть, как говорится. Лучше так что рыба. Учитывайте, что
На этом сервере у нас сколько? Это у нас какой сервак вообще? А, не будем говорить, потому что будем, да. Сервер, на удивление, хороший. Он слишком классный. С лагами, и, возможно, мы на нем осядем. Ну, короче, здесь народу порядком. Здесь играл с маньяк с топором. Да. Человек с ником с маньяк с топором, когда мы заходили, он тут играл. Так, я сказал. Окей. Так, и на так, ну что ж, друзья, я могу патронов. Сделать может вывод. Быть, в магазин. Посмотрим респак. Респак, да, может быть. Так как мне терять сейчас особо нечего, ребят, я буду спускаться на палатке. Давай, да, так, тогда, блин, тебе какое-то прикрытие нужно? Нет, не нужно. В том-то дело, что мне терять нечего. Вот если меня лупанут... Понятно. Да, ну, так, Джек Шепард, идем в магазин. Я пошел. Погнали. Давай, я пошел первый. Тихо. С горки там никто не пасется. Но я когда бежал, вообще никого не видел. Так, внутри вроде как никого. Дроемку в руки. Вот эти, кстати, вот прилавки прошибаются. Если что, если зрители не знали, то... Здесь бинокль тут... лежит. Так, что, я убиваю его? Убивай. В магазине чисто. Не знаю, может мне перебинтоваться. Зачем? Тебя это сильно беспокоит так, что ли? У тебя же кровь не убавляется. Ну, не убавляется, не знаю, может перебинтоваться, что. Чувствуешь себя неудобно? Критический да. Дискомфорт. А тут спички лежат. Я взял себе спички уже. Если бандажиков возьму. Господа, я на палатках. О, пейнкиллеры, кстати, мне не нужны. Довольно плотно. У тебя боль? Так, блин, попросил бы. Не-не-не, окончились. Боли нет, но они просто... Опа, сейчас будет план. Ленфилд, план удар не будет. Спички, бинты. Так, ты мне своим бизоном весь рюкзак забил. Револьвер. Но я его у тебя заберу, наверное. Поэтому здесь мне... есть самый простой рюкзак. Ладно. Ремингтон... я не знаю. Топор, ремингтон, топор. Нет, все-таки топор. Почему бы нам шустрили не отдать бизон? Ух, ничего себе. Молодой человек тут зверски попался. Что такое? Я нашел карту. Отлично. GPS нашел? Ох, как ты истекаешь кровью. Ну да. Так, это мило. Подвинься, уважаемый. Слышишь ты? Так, это что за бэкпэк? Да это чешский. Чешский вестбаунд, это вообще с куром насмех. Зомбак хочет. Снимаю. Ну точно он ушел. Ну, Джек Шепард косой сегодня. Косой, Джек Шепард, косой. Я предупреждал. Фляжка здесь есть. Круто. Джек Шепард, это у тебя вентилятор, да? Нет, выключено все. Это же стрела дует. Я дую? Дует микрофон. Сейчас исправим, извините. Здесь Ли Энфилд, слаги. Так лучше? Нет? Да. Ну, это не так часто проявлялось, чтобы мы тебе сейчас сказали прямо. Погнали, что тут так, еще, бинокль. Куда можно войти? Бинокль шустрили нужен. Да, бинокль нужен шустрили. Возьмешь, Джек Шепард, у меня давай. Уже битком все. Давай. А, он точно держит бизон. Так, я нашел себе подтекстурный калаш какой-то, походу. Так, бинокль. Здесь есть 45-й ACP. Станаги нужны кому-нибудь? Да, мне. А нету? Отлично. Человек-тролль. 10 уровня. Так, здесь бинт есть, Джек Шепард, возьмешь, может? Я взял уже два. Ага. Тут много, ну, в принципе. Бинтов это... мало не бывает. Я попробую все-таки перебинтоваться. Вот эта сумка так вот у меня производит впечатление, что кто-то здесь скинул. Нет, они появляются. Они появляются? Да. Первый раз вижу. Все, у меня кровь перестала идти. Отлично. Сейчас я возьму вот здесь бинт. Так, нам, по-моему, кто-то пришел, кто там гавкает. А, нет, он просто ходит. Так, Шустрил, что ты там где? Я лутер. Мы сейчас, наверное, на второе красное здание пойдем. Да, выходим направо и по дорожке. Вы заметили, мы вообще охреневшие уже. То есть раньше прикрывали друг друга, а сейчас тупо лутаем, бегаем. Но потому что, блин, ну, пусть во-первых, кто-нибудь вылезет. Во-первых, мы не боимся умереть. Да, и во-вторых, мы просто жесткие ребята. Да, уже маленько заматерели. Так, я нашел ползет? Себе АКМ, ребят, все. Топор ушел в небытие. А, это зомби ползет. Да, идет.
Так, что, Джек Шепард, на счет 3 пошли. Давай. Ты где-то метрах 10 за мной держись, потому что если по мне будет стрелять... Я 2 секунды дочитываю, за тобой бегал. Все, я пошел. Ты помнишь, где оно находится, красное здание? Ну, я же за тобой буду бежать. Ну, ладно. Потому что я его вижу. Так, здесь самое опасное направление, с горки справа. Угу. Кстати, вот в этот дом тоже можно войти же. Может, заглянем? Давай. Я на так, я отстреливать начинаю. Нет, я... Макарыч. Ого, это вы? Поговорю. Это я, да. Я чуть не родил только что. Я же сказал, что сейчас буду отстреливать. Так близко. Ну, мы достаточно близко от тебя, да. Тут еще бинты. Компас есть. Компас. Кому нужен компас? Видимо, никому. Мне. Давай, возьму тогда. Так, вот сейчас горочки мне прилетит оттуда. Кстати, это что за машина там? Тихо. Подожди, мне показалось, ли я там машину только что видел? А теперь ее нет. Право, слева где? Да не было, мы бы его слышали. Что-то Артур слишком плох. Не-не-не, у меня сегодня все хорошо, я сегодня глазастый. Как офигеть, чё. Так, ладно, пойдем в красное здание. Просто показалось. А, вот зигзагами, лягухан. Такой звук у него был. А может он не лягухан, может у него радикулит просто. Может быть это опять Михалыч или Петрович. Старый друг. Так, он там бежит уже один. Так, здесь у нас, кстати говоря, мотоцикла-то нет. Слушайте, нет. Ну просто парад калашей у меня тут. У меня уже кобра и к ней 6 рожков, в общем. Ну. Мило, да? Грех жаловаться, по-моему. Да, тут ты прав. Так, ладно, сейчас я буду стрелять шустрево, не бойся, это ок, я. Ок. Давай, что-то они идут. А, вон они идут. А, это ты. Я сваливаю. И все, что ли, 2 человека всего? Да, как-то. Как-то мы теряем скилл по набиранию за собой зомби. Так, все, я ушел, вы где? Мы в красном здании около коровника. Ау! Ничего прям себе. За ним, да. Зомбаки резнулись. Так, ну тут я тоже пожрать не нашел ничего. Здесь есть только попить. О, боли удаляющие, отлично. Попить возьмите, или я возьму, приду. Давай лучше ты возьми, приди, потому у нас что у нас уже битком. Этот, как сказать. Плохо все, он там еще тоже попить есть. Ты, кстати, шестыл, тебе бизон не нужен? Или нет. Ты калаш себе будешь пользоваться? Я калаш. Я не люблю эти пукалки с глушителями. Они для девочек. Я стреляю. Убил все. Ну-ка, кстати говоря, как у меня с дальностью стрельбы? Вон там, вон, на пригорке есть один. Так, Джек Шепард, отойди. Я хотел просто посмотреть, сзади мало ли кто к тебе подойдет. Сзади. Я в красном здании, кто-то... который рядом с коровником, и я вас не вижу. Кто-то с центрального входа сейчас. Вы в красном. Слышал нас, нет? Хера себе, где это? А, вы в доме жилом. Да, красном доме, блядь. Давайте назовем. А, я иду, ладно. С дальностью у меня тоже все хорошо. Вы что, озверели, что ли? Да я проверяю на дальности, ни разу не стрелял из него. Вот что, стрела бежит от красного этого ангара. Ты внутри гаража. Офигенный. А, кстати говоря, станаги сказали, что можно перерабатывать патроны для него. Станаги да, куда да, чаще да, находятся, чем коробы эти. Так, он ну что ты стрел? Заходит он. Амин, я зашел. Как дела? Кто? Нет, кто? Дела. Шикарно. Давай, я беру попить, да. Доставай у меня. Доставай станаги у меня. Я стреляю. Зомбак вскричал. За холодильником еще 2 баночки с водой будет. Угу. Так, а я тебе закину компас и бинокль. Угу. Так, у вас танаги супер. СД-шный мне не нужен, можешь выбросить. Сейчас в новый пойдем. Почему? Ну, я им... Или теперь можно стрелять. Стрелять можно и СД-шными, например. В новом какая и машина в зомби их причем не будут слышать. В новом соборе? Да. Никакая. А что надо делать там? В Гришино тогда что? Вышная. Ой, ну да, вышная. То есть сейчас мы пойдем строго на... На вышная. Так,
На вышное, отлично. На компасе, да? Вышное. Так, ты был в командирских тентах? Там не было GPS? Он везде, по-моему, был. Короче, наша главная цель на ближайшие серии не найти вертолет. Вертолет, потому что мы не найдем. Наша главная цель — найти лодку и на лодке поплыть на тот остров. Не, на лодку найти — наша цель, она тоже такая туманная, потому она что есть. Я знаю, где она может быть, и нам просто надо как быстро до нее добраться. Так, ну что, выходим? А сколько времени прошло? 30 минут. Нормально. Ну да, пойдем побегаем еще. Так, погнали, короче говоря. Сейчас выходим туда в лесок, а оттуда двигаем. Ну, в принципе, да, мы же идем вышними. Так, я хочу, если кто-то из вас умрет. А, ладно. А во фродом пошел? Да, вдруг. Тут, кстати, закопано что-то. Ничего интересного, выходим. Так. Да мы и не заходили. Два мертвых зомби здесь лежат. Это я убивал с расстояния. А, окей. Он неплохо так шарашит, а здесь два живых зомби, я их согрел. Вот карма, да? Когда вы там проходили мимо, чувак лил с ДМРа, что душевно больной. Да, и только мы пришли, один выстрел и все. Паник, парень. Ну да. Это печально. Паучье чутье у него, видимо, сработало. Да. Так, это камни или палатка? Это камни. Я тоже приблизил, посмотрел. Но вообще здесь вокруг старого этих палаток должно быть как у дурачка Фантика. Вот сейчас бинты будем использовать, нашу стрелу, которому захотелось пострелять. YMCA. Это что там такое на... Это кабанчик, по-моему? Я бы похавал. У нас есть что хавать? Не, я именно вот хочу персонального кабанчика. А у меня тоже что течет кровь, и не течет кровь. Это козлик маленький. Так, ну ладно. Где козлик? Ну иди, иди, рубай его. Где он? Правей. Дайте мне, дайте. Направление... На пригорке 200... стоит. Вижу, да, вижу. 230. Спасибо, вижу. Соусом чили я его съем. Ты постоянно так говоришь, что мне начинает хотеться жрать. Это да. Все-таки нам, повар есть нам, повар. Нам поварам положено. Да. Аппетитными словечками, да? Угу. Всех приманивать. Так, ладно, мы пока... Кстати, оцените, теперь 911 убивает, дорогие зрители, не с одного раза. Раз, да, игру выстрел. Еще усложнили. Два. Ну, это я, грубо говоря, не попал, ладно. Казалось бы, два, да. Выстрел. Да, еще. Видите, ему еще три выстрел. Вы понимаете, да, к чему все это идет? Три выстрела, вы видели, еще только четвертый выстрел. Ну, ты в голову стреляешь или нет? Нет, в тело. Понятно, но, блин, с одного выстрела убивал. 5 выстрел, господа. 6 выстрел. О, спекся. В то же время, как козлу нужно всего лишь 1 выстрел. 2 выстрела. 2. То есть, надеюсь, понимаете, что теперь все не так уж хорошо, как раньше. Ничего, вот когда будешь их 10 выстрелов убивать, будешь говорить: спасибо тебе, Рокет. Спасибо тебе, Рокет. Спасибо тебе, Рокет. Это Рокет так бы хотел, чтобы я ему сказал. На самом-то деле, я буду говорить: Рокет, почему ты не оптимизируешь игру? Почему у меня довольно такое среднее железо, и я играю всего лишь 20 FPS-ами? Как же так, Рокет? Почему так происходит, Рокет? Это не от Рокета зависит, это от Арма зависит. Ну, тоже верно. Так что это к разработчику. Ну, кстати говоря, разработчик Арма, так что не будет это. Рокета, да. В любом случае. А где вы, ребят? Я вас спасибо. А мы прави тебя. В хороводы будем. Я дерево рублю, ничего страшного. О, топор исчез. Отлично. Я тебе свой подарю, я практически не пользуюсь. Так понаруби мне дров лучше. Нет, мне лень. Я вас не вижу. Прави, а вижу. Ты нас видишь? Я вас, да, он на нас бежит. Фига, а тур там крутится, вертится. Да. Он излюбленную позицию занял за деревом. Ну а чё? Дерево, кстати говоря, довольно трудно прошибить. Калаш за... прошибает. А, Джек, я думал, ты лягухан там за тобой сзади гонится. Ну да. Смотрите, у меня есть 2 локтей, течет кровь, и я такой как на взлет иду. Да. Так, давай остановись, я тебе топорик дам. Давай. Так.
Мэтья Хэтчет. Получил? Топор дошел. Ага, я у тебя своровал одну газировку за это. Но это не моя. В смысле, не твоя? Я у Джека ее своровал. Джек Шепард, ты понял, что произошло сейчас? Тебя дважды обворовали. Так я понял, я ему сказал, пусть берет. Я, это была, грубо говоря, моя газировка, потому что я ее честно украл. Ага, ну ладно, честно украл. А ты... Ты играешь. У меня есть идея закончить сейчас и там по лесу бежать, сколько мы будем бежать, не снимать. Да, 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 да. Это тут, ты знаешь, я, наверное, тебя поддержу. В целом серия была крутая, на мой взгляд. Но... Хотя, конечно, боестолкновений не получилось, но я в сласть пострелял своего любимого оружия в этой игре. А я убил парня на болотах и почти нашел парня с ДМРом, но он засыкал и свалил. Один Джек Шепард сегодня втыкает. Ну что? Опять. Джек, давайте, Шепард, может, хоть встретимся обижает вместе, а то я как-то, я не знаю. За это Артур сейчас умрет. Где вы? Ребят, вы куда-то меня бросили, да? Правее опять. Рядом с тобой. Смотри, я на поле выхожу. Ну, вон ты пришел уже, все. Не нажимай больше правый шифт никогда в жизни. О, сейчас я сяду, подождите. Да, блин, ты весь правым шифтом. Брызгаешь кровью, это офигеть. Это классно. Ой, ну то я могу лечь, смотреть. Смотри, сейчас покажу. Мы сейчас не закончим, я сейчас сделаю. Из тебя будет фонтан лить, да, так из рук. Не-не, тихо-тихо, я сейчас сделаю трупа. Так, выкладываем калаш на пол. А, выкладываем пистолет на пол. Одну секундочку. Бери быстрее. Не-не, так, вот теперь ты так ложишься. От первого лица. И начинаешь смотреть в пол. А, притворяться типа, да? Да. И все, и ты не двигаешься. На голову только не вертишь, как я сейчас, а вот так вот. И типа... Джек Шепард такой сидит, смотрит, как на придурка. И типа кончился. Ладно. Так, ну да. Да. Ну все, давайте прощаться. Так, да, подбирай свое. И беги, беги. В следующей серии мы начнем следующую серию примерно около... как его там? Вышная. Да, около Вышного поищем там машину. Нам она, в принципе, не очень нужна. Просто нам сейчас нужно доехать до берега. Если не найдем, то пойдем пешком. Угу. Короче, пойдем к берегу, охота уже поплавала для разнообразия. Надеюсь, вам понравилось. Попрощайтесь, коллеги. Всем пока. Коллеги. Удачи вам, пока. Да, всего хорошего. Увидимся в среду. Пока.